Политическая белая. Мама моет посуду, а я подметаю пол. Куда-то девались пирожные, наверное, их съел козел, который живет в моей комнате, смотрит с картинки в окно. Ему подрисую шапочку, чтоб солнышко не легло. А мама не будет ругаться, когда нарисую дом. Приклею бумажный цветочек, и будет не скучно козлом. А ярко-помадная ягодка, растущая на небесах, звонко и несколько раз скакнет, а мама уже улыбается и мне наливает компот. Но я его пить не буду, поскольку болит живот. Что это говорит, Марк? Боже мой, ты намерен? Да, поэтому я тоже не слышал никогда именно такой песни. Мотив тот же, да? Нет, мотив как мотив.